Видео мы решили вам показать, как девушка 1,62 м ростом легко и непринужденно может надуть биван. Для этого нужно взять биван в руки и, не торопясь, широко открыть одну из горловин и сделать несколько шагов в сторону. Как видите, один из рукавов уже полностью надут. Переворачиваем на другую сторону и надуваем, опять-таки сделав несколько шагов в одну сторону, вторую рукав. Вот за два всего лишь надутия у нас биван уже готов. Дальше заворачиваем его для достижения желаемой упругости и защелкиваем фастекс. Следующим шагом мы садимся на биван и проверяем, насколько он упруг. Если упругость нас устраивает, то так и оставляем. Если не устраивает, то, естественно, нужно поддуть чуть-чуть и сделать, раскрыть и поддуть горловину. Все.